друзья, я, конечно, в диком восторге от конкурса «Настоящий мужчина». Всегда была уверена в том, что настоящий учитель должен быть обязательно мужчиной. Возможно, это вот мое впечатление из далекого детства, когда я безумно любила географию только потому, что был учителем именно мужчина. Этот конкурс – это замечательное мероприятие, я очень рада в нем участвовать. Это новые эмоции, новые впечатления, вот все меня вводит в полный восторг. И то, как ребята подходят к прохождению этапов конкурса, это, безусловно, замечательно. Они настолько стараются, выкладываются. Я желаю конкурсантам победы. И даже если кто-то не справится с победой, то они уже большие молодцы. Ну, во-первых, только потому, что они учителя.